Дэвид, может ли неправильное, неграмотное преподавание ментальной арифметики каким-либо образом навредить ребенку? Это то, на чем я постоянно акцентирую внимание. Школы развиваются быстро, но самое главное – это качество преподавания. Вы можете вкладываться в популяризацию и рекламу своей школы, открывать новые школы. Да, вначале это будет иметь эффект. Но из-за некачественного преподавания вы быстро исчерпаете лимит доверия к себе. Родители начнут задавать вопрос: зачем продолжать заниматься, если я не вижу результата у своего ребенка? Плохое качество преподавания говорит о том, что учитель не овладел профессиональными знаниями. Такое преподавание может навредить ребенку в обучении. Поэтому, когда я обучаю учеников или выезжаю с лекциями в другие страны, я обязательно говорю о том, что грамотное, качественное преподавание — это самое важное. Я рекомендую школам, которые обучают ментальной арифметике, уделить особое внимание преподаванию. Тогда не возникнет и других проблем.